Ребята, всем привет, с вами Александр. Продолжаем после длительной паузы, потому что штопорнулся я здесь на 36 уровне. Здесь такое вот у нас задание, я его уже в принципе выполнил. Доведите 10 динозавров до уровня 40. Ну, мы немножко позже вернемся. У нас вот появилось вчера такое задание, бег 100 динозавров, там 9 динозавров, и их нужно сразить тремя нашими динозаврами. И будем делать так. Я, в принципе, пробовал сразить с более слабыми динозаврами второй своей тройкой, и мне не хватило буквально одного удара. Но цена 600 тысяч. Прилично? Очень. Мой ход. Ха! Вынес. Одно очко у него осталось. Теперь три у него. Четыре теперь. Семь. Сейчас просто обнулим, как говорится, его очки. Шесть. Нормально. Давайте так. Ну, блин, не хватило, прикиньте. Хрен тебе. Так. Гад. Я просто стараюсь минимум очков потратить и... Ну хотя, блин, что он-то мне может предоставить-то? Ну вот смотрите, как угадывает, да? Ладно, хватит играться, то так можно играться очень долго. Следующий, ну, не нужно, чтобы у них накапливалось много очков. Особенно в конце это будет важно. Давайте так. Идем по нашей стандартной схеме. Так, из четырех походил два. Так, давайте сменимся. Стандартная схема, 2 очка оставляю. Осталось 4, то есть 2 тех, что мы видим, и еще 2 хищника будет.
Болтать, или? А, я его не вынес одного удара. Вот тебе дела. Осталось трое. Но я более слабым динозавром тут справлялся. Так, нужно делать раз, два, три, четыре. Вот так вот. Бля. Представляете себе? Ну ладно, можно сказать, обновились. Хи-хи-хи-хи. У него осталось одно очко. Раз, два, три. Так, тиранозаврус. Ну что, атакует меня на два удара или нет? На три. Ну, молодец. Три осталось, у него одно очко. Осталось одно. Значит, надо раз, два, три. И два сюда. Пять атакует. Но три не вынесет. Слабак. А вот мои четыре вынесут. Даже, да, четыре. Ну, вот так, в общем. Двумя динозаврами выносится их девять. И нам что-то дадут редкого. Каритозавр, да, есть такой у меня. Это хорошо. Так, здесь я нахожусь на 61 уровне. Сейчас утро. То есть, в принципе, я за день поднимаюсь до 30-го. Вчера, по-моему, с 90-го я поднялся до 35-го. То есть, сегодня, может, поднимусь до 20-го. Хотя, вряд ли. В общем, сложно. Сложно пробраться вот сюда. Попасть в пятерку. Лучшие 5. Сложно, имея один набор динозавров таких. Не очень долго, полтора часа восстанавливаются. Так, давайте теперь приступим к выполнению задания. А для этого нам нужно взять, качнуть Гуань Луна. Это мой будет 8-й динозавр сарковый. Отлично. Вот мы. Готово. И вот 10-й. Еще должно быть сюжетное задание. 10 динозавров 40 уровня. Вот оно. Но его не хватит, чтобы качнуться, да? Мы продолжаем искать деток пропавших. Эпизод 20. Не успел сделать скриншот.
Итак, велоцираптор уровня 15. И топижара 21. И уровень схватки нужно выполнить. Уровень схватки 36, да. Вот этот проблем только, наверное, через 5 дней, когда через 4 дня, когда закончится этот вызов. Вторым составом там поиграться. У меня раптор-то один, да? Но покупать велосираптора за 1,5 мне не хочется. Что здесь? Вот это я выполню. Это 50 тысяч монет с динозавра с бонусом 9. И 15 тысяч созданий с бонусом. Ну, как вы понимаете, у меня здесь бонусы просто бешеные. Он по 50, по 60. Заберу эту сумму. И мы получим 37 уровень. Ну, а с велосираптором я пока что подожду. У меня деньги, в принципе, есть, но... Посмотрим, какие там будут задания. Ну, в общем, так. Хотя... Вот это задание выполнить. Ну, я думаю, вряд ли, но все может быть. Шансы есть. Петушок. Золотой петушок. Ну что, 2 балла. Такой красавчик. Так. Так, 166. Блин, там много нужно пить. Раз, два, три. И вот так. Ну, по идее, должен атаковать на все три. Потому что у меня 2 балла оставалось. Я их мог в защиту поставить. Правильно. Так, здесь раз, два, и раз, два, раз, два. Чуть не промахнулся. Ну все, легко проходим. Этот меня не вынесет, а нет, вынесет, если на 4 атакует. Может, конечно, и нет. 3 не хватит. Чуть-чуть не хватило, но у меня еще один есть. 2. Ну и следующих 4 мне должно хватить. Да. Все сложилось как надо. И у нас такая насыщенная серия получается. Ах, целых 80 гемов. А, ну Галимима дали. Дали Галимима. А у меня вылупился кто? Царказух. И сейчас мы его тоже качнем.
Очень такая интересная серия получается. Жри давай. Так, 2 часа. Так, ну ускорять я этот процесс, наверное, не буду. Так, ну... Джеденкоптер у нас там будет. Не буду его ускорять. Почему? Подождите, почему я его не хочу ускорять? Делать несколько раз. Игра не зависнет. Опачки, смотрите, как прошло все гладко. Но следующее слияние я делать не буду. Пока. Вот у меня теперь 2 саркозуха 20 уровня. Я их, ну, буду качать до 30. Но это я буду делать уже на ночь. Потому что он будет часов. А мне эти часы нужны, чтобы участвовать в схватках. Вот в этих. Вот. Так что, в общем, все. Конечно, очень бы хотелось бы попасть в десятку и выиграть легендарный набор. Потому что колесо фортуны что-то от меня отвернулось. Много раз попадал на карточку раньше, на карточку позже, но легендарную так и не выиграл пока что. В общем, все, на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр.